Оте, що мрії здійснюється тільки коли ти дієш, а не сидиш на місці, завжди вірив ось цей зосереджений здоровий. Мене звати Павлан, мені 36 років. Я іскренне рад, що участвував в цьому проєкті. А лише 2 роки тому звичайний слюсар відкрив у собі дар, за який його одразу ж охрестили феноменом. Переконатися у тому, що він людина, а не легенда, їдуть з усієї Європи. На власні очі побачити унікальність Нурлана не може лише одна – найближча йому людина. Жена не видит, уже потерял обе глаз зрения. Телевизию все знают. Как вам известно, была революция. Под штурм она попала. Когда вот спецотряд окружения штурмовали, изрыва гранаты, я вот нервный стресс потерял, как там зрение. Говорит, она не могу там увидеть твои успехи, но зато слышу. В первую очередь, излечить жену. А из рекордов сам Бог покажет. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Меня зовут Алишеров Нурлан. Приехал с Киргизии. Это от вас, конечно, далеко, 7000 километров. Ну, нас с нашими участниками объединяет одно – это талант. Каким талантом обладаете вы? Сегодня перед вашей студией, вот как видите, автобус. Внутри полный пассажиру. Будем протягивать автобус зубами. А с левой стороны машина стоит. Будем эту машину протягивать с кожей локтей. Оба! Ой! И, как видите, забивать железка головой. Головой? Головой? Да. Показывайте. Так. Не верю. Хочу что видеть это? Своими глазами. Может, я закрою очи, вы мне потом скажете, чем все закончилось? Головой забивает. Как тебе? Запредельно, ну скажите, ну как вообще, да? Зубами сейчас будет девочку поднимать. Зубами. Вон иди.
вообще какой-то. Берись тряпка. Ой, мамочки мои! Не намагайтеся повторити цього самостійно. Це дуже небезпечно для вашого здоров'я. Ну, все. Легкодня, зубами. Спасибо вам огромное за выступление. Поздравляю, это просто замечательно было. Спасибо. Впечатляюще, очень спокойно. И у меня абсолютно такой нормальный человеческий вопрос. Вам не больно? Нет, конечно. Как конечно? Ну как? Нигде. Как это, конечно, не больно? А зубы? Что у вас там за зубы? Какие они у вас? Как? Целый автобус. Я родился с этими зубами, они молочные. Как молочный? Ну, а да. Как такое может быть? Как ну вы набор каких-то вообще чудес просто. Молочные зубы. Ну да. Да. Вот, вот теперь все понятно. Спасибо. Я говорю вам да, сразу. Спасибо. Нурлан, вы очень тяжелый случай, который, безусловно, требует моего да. Спасибо. Нурлан, мне кажется, что все, что вы делаете, вот я верю в то, что это действительно зов души, я верю в то, что вы искренне в своих порывах. И несмотря на то, что было страшно местами, я хочу видеть вас еще на этой сцене. Я желаю вам, чтобы своими зубами вы прогрызли себе дорогу в прямые эфиры. Говорю да, и вы проходите дальше. Спасибо. Спасибо вам, спасибо зрителям. Знаете, Нурлан, вот вы, когда вышли, вы мне показались очень страшным таким. А сейчас вы такой добрый и солнечный, что прям хочется вас обнять. Спасибо. Сейчас иду вас обнимать. Вы прекрасны. Спасибо вам за выступление.
Мне просто очень хотелось потрогать, настоящий ли этот человек, потому что оттуда не видно. Прекрасный, настоящий человек, с большой душой. Давайте пожелаем ему удачи, и я его обнимаю. Стоп. Слава, пожалуйста, для меня. Ну ладно, не обижайтесь. Посмотри на лоб, пожалуйста. Как он гвоздь забивал, я не понимаю. Плоский. Может. Удачи вам, поздравляю. Спасибо всем. Вас я могу только поздравить, потому что, очевидно, только человек большой-большой души и внутренней силы может такие вещи делать. Спасибо. Ну, за киргизских хлопцев. Да. Да вам ча-ча-ча танцевать. Или даже не караоке петь.